Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 1228. Из города А в город Б в 8 часов 50 минут вышли два автобуса. В то же время из города Б в город А выехал велосипедист. Один автобус встретил велосипедист в 10 часов 10 минут, а другой в 10 часов 50 минут. Расстояние между городами 100 километров. Найдите скорость велосипедиста, если скорость одного автобуса в 1,5 раза больше скорости другого. Итак, обозначим через х скорость второго автобуса. И поскольку скорость первого больше, чем другого, то через 12, деленное на 7, умноженное на х, обозначим скорость первого автобуса. Скорость велосипедиста y км в час. Время до встречи велосипедиста и второго автобуса мы из момента встречи вычитаем момент выезда из пункта. Получаем 2 часа. Они проехали вместе 100 километров. Значит, учитывая скорость сближения x плюс y, мы получаем, что первое уравнение это 2 умножить на x плюс y равно 100. Далее. С первым автобусом велосипедист встретился в 8 часов, 10 часов 50 минут. Значит, мы из 10 часов, в 10 минут. 10 минут вычитаем 8 часов 50 минут. Получаем час 20. Переводим. Часы 4 третьих часа. Смотрим, что второе уравнение. Мы время пребывания в пути каждого участника, то есть первого автобуса и велосипедиста, 4 третьих умножаем на скорость автобуса, умножаем на скорость велосипедиста и снова они же вместе проехали 100 километров. Поэтому наша будет выглядеть таким образом. 2 умножить на x плюс y равняется 100. 4 третьих умножить на 12 седьмых x плюс 4 третьих на y равняется 100. Поделим первое уравнение на 2. Разделим обе его части на 2. X плюс y равно 50. Методом подстановки заменим x через 50 минус y и подставим значение x во второе уравнение, приведя его, конечно, к общему знаменателю. Получаем, что 48 умножить на 50 минус y плюс 28y равняется 2100. 21 общий знаменатель, значит, дополнительный множитель к первой дроби 3, ко второй 7 и к третьей 21. Упрощаем наше уравнение и получаем, что y равняется 15. Четко из уравнения мы нашли скорость велосипедиста, то, что необходимо было найти. Если вы хотите увидеть больше видео, подписывайтесь на наш канал.